Добрый вечер, здравствуйте. По-прежнему с вами телеканал ТНВ. И прямо сейчас вашему вниманию программа «Вечерняя игра». И мы ее ведущие, Лия Сергеева. Петр Нежинский. Интересная беседа, интересные игры. Ну и, конечно, все самое интересное. И очень интересная актриса с нами сегодня, Гузель Сибгатуллина. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, играем мы сегодня в лото. С удовольствием. По традиции нашей программы, вам право первого хода. Доставайте бочоночек. Давайте, скажем так, бисмиллях ир-рахман ир-рахим. Итак, 20. Так. Mm-mm. Тоже нет. Да. Так. Ничья пока, ладно. 26. Угу. Так. Угу. Ну, в смысле, у меня есть. Отлично. Так, теперь вы, да? Давайте уж третью. Давайте. Для ровного счета. 14. Ну, не все же должно... Не все коту масленица, как говорится. Нет, у меня тоже нет. Гузель, вас называют одной из самых талантливых современных татарстанских актрис, одной из самых подающих надежды. Кто? А нам показалось... Мы вам потом люди. Расскажем. Да? Люди, много да. ценителей нашлось. Нам кажется, вы человек очень скромный. Как вам вот... У вас уживается вот эта вот ваша и скромность, и такое признание? Ну, наверное, начнем с того, что я мусульманская девушка, хочется сказать еще. Женщина, поэтому, наверное, это все вот в совокупности. И скромность, и... И ну, талантливость. Ну, наша профессия такая, что мы на сцене... И как иногда нам приходится и нескромными быть. Ну, это профессия, она обязывает. Да. А вам проще было быть актрисой только театра или теперь еще и киношной? Это как-то вообще совмещается? Или вы не разделяете, что ну, я и там играю, мне везде хорошо и интересно? Ну, вообще, на самом деле, вот начнем если с кино. Когда мне предложили эту роль, да, мы говорим о неотосланных письмах, Тапшелма Ахатлар, конечно же, задача номер один была, чтобы исключить театральную игру, театральную манеру игры, да, чтобы этого не было. Чтобы зритель не разочаровался, включив телевизор, что это вновь театр, хочется вот настоящего театра. А для простого обывателя все-таки хотелось бы такую расшифровку. В чем отличие-то? Ну, конечно же, что театр – это другая подача. Это... Докричаться надо до последнего то есть более, ряда. Более широкие да. движения. Ну, да, конечно, широкие жесты. Если широкий взгляд, да, повороты головы, ну все совсем. А здесь все очень так, очень на нюансах. А тяжело было перестраиваться? Или как-то знаете, какой-то вот мастер-класс приходилось проходить? Я раскрою такую тайну. Мне, например, лично помогло говорить все гораздо тише. Потому что ну, есть микрофончики, конечно же. И да. сейчас, кстати, они на нас сейчас, тоже. Да, и можно немножко убавить звук. И все. И вот это мне как-то вот все сдвинуло именно в ту сторону. Как вот в кино сниматься? Как надо? Убавьте голос. И начните с этого. Ну, лично мне это помогло. А опыт понравился? Очень. Очень понравился, что так, что я бы вот это предложение с удовольствием бы еще снялась. Ну, конечно же, театр я безумно люблю. Театр – это совсем другое. Театр – это живой зритель. Это каждый раз новое общение со зрителем. И ты ждешь, идешь. К чему? К поклону. Вот это общение со зрителем, где ты стоишь, и вот эти аплодисменты, для чего мы играем. А вы часто после спектакля выходите с чувством, да, я молодец, все получилось кто так, как молодец? И должно быть. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Нет, чаще, наверное, все-таки... Да вообще об этом не задумываешься. Ты знаешь, что сегодня можно было чуть-чуть сыграть по-другому. Да, хорошо, я завтра в следующем спектакле это исправлю. Ты понял, где зритель ловит, вот хочет еще чуть-чуть, там чуть-чуть добавишь, чуть-чуть убавишь. То есть это... Это, я же говорю, это кино невозможно изменить, а в театр вот в этом весь кайф, что... То есть вы, получается, после каждого своего представления делаете какой-то самоанализ, да? Ну, конечно. И вы собираетесь группой лиц, комиссией какой-то, разбираете? Нет, это, конечно же, бывает после премьер обязательно, это обсуждение, и вот где ты уже все замечания учитываешь. Угу.
Ну, естественно, слушаем только режиссера. Конечно, прислушаемся, да, к критике. Но, как сказал режиссер, если живот подходит, говорит, вот здесь надо сыграть по-другому. Да, спасибо, но режиссер сказал сыграть здесь так, и ты играешь именно так, как он видит. Актер свое мнение может высказывать? Конечно. Но это все живой диалог. Поэтому живая игра в театре. Здорово. Здорово. Может быть, посмотрим? Да, давайте посмотрим. Как вы играете. Да, давайте. Давайте, там, внимание на экран. Не надо. Не надо. Я граб, джемень дымында. Эйде, су бойына. Джо бармен. Не? Корхаб. Кемнен? Кемнен, синнен. Нәсте? Мен шундай қорқаныш мүне? Жо, Арнушка, сен бетіне шоға көрмесін. Жырақтан вообще, ооо! Аңнану, сен айланырға жарамын. Не? Біз сенің білен, екі бізді бір түсілі. Пауза возникает дело. Вы сейчас вот за кадром сказали, что 5 лет назад так давно совсем другие. Вы чувствуете вот эти перемены в себе за эти 5 лет? Ну, вообще, вот, как бы это не тайна, да, я сейчас мама двоих, даже двоих мальчиков. И, конечно, внешне, первое, что вот я вижу, внешне, это все равно молодость, это совсем другое. Даже вот 5 лет... А вот как лет, будто вроде... сейчас старость. Ну, все равно, вот 5 лет для девушки, это, видимо, все-таки как-то ощущается. Ну, и потом прибавляется какая-то, ну, я боюсь этого громкого слова, но мудрость какая-то. Когда становишься мамой, ты уже совсем по-другому смотришь на какие-то вещи. Когда раньше вот... Немножко легкомысленнее были, а сейчас уже ты знаешь, для кого ты живешь, для чего ты живешь. А вот в театре это как бы тоже отпечаток оставляет? То есть раньше можно было к роли немножко где-то даже халатно отнестись, а сейчас уже, учитывая, что двое сыновей... Или даже тогда степень ответственности, да, не было. И, нет, я вот тут вот сыграю, знаете. Сейчас я буду играть так. Знаете, это что? Вот, например... Мне довелось сыграть в спектакле «Черная бурка», да, тогда, когда Лесяна Рахимова ушла в декрет. И я играла зайчиху, которая теряет детей. Тогда у меня еще детей не было, и я не понимала, что это. И мне говорили, вот у тебя нет своих детей, ты не понимаешь этого. Вот для этого в некоторых спектаклях, для некоторых ролей, например, именно нужно стать мамой для мужчины, стать папой для мужчины-актера. И поэтому все-таки опыт на сцене, жизненный опыт на сцене очень нужен. И зритель это видит, когда ты играешь. То есть там нужно было очень сильно ну, расплакаться, разрыдаться от того, что она потеряла. Я это делала, видимо, как-то искусственно. Ну, я пыталась понять, как же это потерять детей. Не дай бог, конечно, никому да, потерять это. Но вот такой момент. Интересная сверхзадача. Представляешь, режиссер говорит, так, Лисан Ильсур, вы на главной роли меня утверждены. Но вам нужно стать мамой и папой. Вот. У нас есть год. Работаем. Ну, вот лет 7, наверное, назад вы сетовали, что дают только комедийные роли. Как так быть? Сейчас же все поменялось. Это тоже благодаря опыту, который дали вам ваши сыновья? А чем не устраивали комедийные роли? Я вот так дополнение доведу небольшое. Наверное, знаете, где-то вот на подсознании, ведь комедийную роль сыграть не так легко. Вот именно. Это самое сложное, да? И, видимо, где-то я там внутренне этого боялась, может быть, да? Это же зритель. Зритель пришел на комедию, он заплатил деньги. Весели, будь добр, да? А вдруг у тебя не получится? И поэтому... И, ну, это уж одна сторона. А другая сторона, конечно, хочется где-то вот и драматизма включить, и поплакать. И вот такой спектакль, например, ну, мне кажется, это «Голубая шаль», «Мейсера», «Роль Мейсеры». Там уж как-то вот я от души играла и поплакать, наплакалась и посмеяться. За все годы. Да, ну, там такой, ну, сильный спектакль. Это наша визитная карточка нашего театра. Это как раз была новая постановка Фарид Равкатовича Бекчентаева. Играла я и Ирика Шапов. В общем, то есть вот это, например, не комедия. Вот тоже не смешно нам совсем сейчас. А очень даже радостно и весело, потому что реклама на нашем канале. Смотри-ка, ну что, выигрываете вы у нас да, потихонечку. Мы в рекламной паузе 8-8. Так, 8-8.
Нет, такое ощущение, как будто... Это какая-то мистика вот сейчас творится. Заговор. Я себя чувствую, знаете, кем? Волшебницей? Нет, Борисов Михаил Борисович, как русская лото. Да-да-да. Барабанная дробь. Так, 37. Тоже нет. Нет, да? Так, поехали дальше. Волшебница. Вот, кстати, к вашим всем талантам, 85. Вы мало того, 85 тоже нет. Да ну, Вася. Давайте побеседуем лучше, да? Вы мама, вы актриса, и вы еще и студентка сейчас. Да. Где учитесь? На кого? Сейчас я заканчиваю ГИТИС в Москве, заочное обучение, режиссерское отделение. Наш педагог Шанина Елена Юрьевна, ну, если вот широкому зрителю сказать, например, это актриса, конечно, все ее знают, наша любимица, она играла в спектакле «Юнона и Авось» в свое время с Караченцевым, известным великим актером. Да, вот сейчас я на 5-м курсе. То есть заканчиваете? Заканчиваю. А почему режиссура именно? То есть это с заделом на будущее? Возможно. Сейчас актерское образование есть, дети есть, но на самом деле дети появились. Вот я поступала, я узнала, что вот я, возможно, стану мамой Аллы Берсаевой. То есть это все было параллельно. И, ну, я такой человек, я не могу сидеть дома. То есть если бы я просто сидела в декрете на месте дома, то это было бы для меня очень скучно. Я, конечно, туда не для развлечения поступила. Хочется освоить эту профессию. Возможно, вдруг что-то и получится. То есть тянет как-то покомандовать на съемочной площадке. Чтобы в будущем стать режиссером. Нет, это громко. Я поэтому и говорил тихо. Лучше потише, да. Посмотрим, как дальше сложится. Я не хочу сейчас каких-то громких заявлений. Ну, попробуем. Пока учеба очень интересная. Хочется, на самом деле, вот начать сначала, откуда все это. Это благодаря «Созвездию». Это наш известный фестиваль, да. Все началось оттуда. Получается, я участница была в школьные годы, участница этого конкурса, фестиваля. Затем уже вот Дмитрий Александрович Туманов. Очень вас хвалил. Да, он не так давно у нас был и очень вас хвалил. Большое спасибо. Один из ценителей вашего творчества. Очень приятно. И вот, видимо, он как-то вот... В корень так, да, смотрел, и вот он мне посоветовал, поступай, Фарид Равкатович, вот Бекчентаев, он набирает курс. Это к моему большому счастью было, что в этот год он набирал курс. Вот поступила к Фариду Равкатовичу, отучилась, блистательное, хорошее образование мы получили. В чем плюс большой этого образования, то, что мы параллельно, мы практиковались, мы практически постоянно были в театре с утра до глубокой ночи. И с первого курса нас уже задействовали в спектакле. Окунули в профессию с головой. Да, это же самое лучшее, что нужно всегда практиковаться. Вот, и затем уже, когда играла я в театре, и вот ушла в декрет, и уже поступила в ГИТИС. Тоже это вот поддержки нашей республики. Есть такое. Ой, кстати, про театр и про играла. А правда, что главная роль в спектакле «Зянгершаль» и сама вот эта вот «Зянгершаль», накинутая на плечи, это такая примета к декрету? Или это такая байка театральная? Легенда такая хоть, что ли? Да. Да, вышла такая статья, есть такая статья. Ну, это... Так шутят на эту тему, но потому что действительно вот как-то вот так случилось. То есть вот я ушла в декрет, а затем вместо меня на роль Майсары Айгуль Хайри вышла, да. Оп, месяц, и она тоже в декрете. А потом у нас вот есть в оркестре Дина Закирова, наша скрипачка, тоже очень хорошая скрипачка. И так случилось, что и она, играя в «Зянгершаль», тоже уходит в декрет. Ну, вот какое-то вот уже пошло. Да, странно. Смотрите, что-то неплохой там. Неплохой бизнес можно... Мужчины, осторожней с шалью. Не шалите. Не шалите. Не шалите с шалью. Ну, вернемся к сериалу «Неотосланные письма», который не так давно прошел у нас на канале. Мы про него сегодня уже слышали, но мы его сегодня еще не видели. Да-да-да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим с удовольствием. Субтитры
Ух, непростой момент мы выбрали, да, чтобы показать в нашей программе. Очень, ну хорошо, что кончилось все замечательно. Закончилось все хорошо, слава богу. Ну да, когда вот я тоже перечитывала вновь это произведение, это был такой самый сильный, впечатляющий момент. Ну, когда вам предложили эту роль, долго думали или сразу согласились? Вообще такая история, я, конечно, уже не раз рассказывала, это очень интересно. Давайте это, знаете, еще раз расскажу. Вообще позвали моего сына Арслана Сибгатуллина на кастинг, да, играть роль сына, получается, главной героини Галии. Мы пришли, я тоже попробовала, говорю, можно я... Арслана послушали, посмотрели, сказали, о, интересно, ну, все-таки возраст немного не подходит, ему всего-то 3 года, там, чуть постарше, на 4-5, все-таки он еще ребенок. Я говорю, может быть, я, нет-нет, все, главная героиня у нас уже есть, да, и как-то я ушла, и вот прошел буквально месяц, как обычно говорят, до свидания, мы вам позвоним, проходит месяц, я об этом, как, в принципе, уже даже не думала, и мне звонят... Приходи, последний день кастинга, это ты должна быть. Ты должна, ну, тем не менее, я, конечно, пришла, очень подготовилась. Тем не менее, в этот день еще 6 было героинь, пробовались. Хотя до этого сколько прошло участников? Так и не нашли, то есть, получается, да? Я в последний вагон, в последний день кастинга был, главных героев нет. И главного героя не было, Ришат Ахмадуллин тоже в последний день пришел. То есть вот такое интересное было. Но я не знаю, что это вот было, да. И я как раз буквально вот в течение 2-3 месяцев я была в библиотеке, я хожу в национальную библиотеку, взяла книгу Адель Кутуя «Неотосланные письма». Наверное, это вот был знак. Я ее перечитывала. И это все было не просто так. Какой-то а вы верите, да, в мистику? Ну, вот когда такой момент случается, начинаешь верить. А, ну шаль, да, я помню. Да, понимаете, тут... Так что вот. И на самом деле... Я думала, буду я, не я играть эту роль, но я белой завистью позавидую той актрисе, которая сыграет. Потому что, ну, там есть все, там можно разыграться. Ну, то есть вы не шли на кастинг с такой целью уничтожить всех конкуренток? Ни в коем случае. Я там всех переиграю сейчас. Просто сыграть хорошо, чтобы мне поверили органично, что без театра первая задача была, да. Ну и вообще, если говорить об этом фильме, хочется сказать, что этим делом занимались профессионалы. О каждом хочется сказать это, и можно сказать, что у всех был дебют. Молодой режиссер Рустам Рашитов, молодой режиссер, у него был короткий метр «Айсулу», его первый фильм, да. Затем Денис Гусев, все отмечают операторскую работу, да, Денис Гусев тоже, у него дебют. Затем, ну, он действительно молодец. Дальше кто вот? Ильсияр Дамаскин, Дан Дамаскин, это сценаристы, и они отвечали за звук. Эти ребята, для них это не дебют, скажем, они профессионалы, они работают на федеральных каналах, да, на телеканале «Россия», Первом канале они снимают, на телеканале «Матч» они снимают уже какие-то, у них большие работы есть. И поэтому они в этом деле профессионалы. И вообще все ребята занимались своим делом. Световики, светлячки, да, все звуковики. Композиторы. Вот про это я хочу еще к этому вести, веду разговор наш. И потрясающий, конечно, композитор Эльмир Низамов. Очень сильная музыка, действительно. Вот даже вот в этом отрывке, который мы смотрели, там, где актер не доиграет, да. Музыка она, да. И вот все-таки музыка с нами делает что-то такое, что можно не смотреть, можно слушать, и хочется уже как где-то поплакать, где-то посмеяться. То есть это была такая сплоченная команда. Наш продюсер Фарид Галеев, для него тоже это была первая работа. Ну, у всех. Потрясающая наша гример Лена Горшенина. Вот благодаря ей я вообще выходила спокойно. То есть она меня гримирует, и я не смотрю в зеркало, я выхожу сразу на площадку. Когда вот все профессионалы занимаются этим делом, тогда получается все хорошо. Но тут ведь получилось, вам удалось сыграть свою героиню вот буквально от того, как она была еще совсем юной девочкой, да, на протяжении всей жизни. Да. Ну, задача у нас стояла, мы пытались себя как-то... Вы касаетесь, что касается внешности, наверное, да, спрашиваете? Все-таки и внешность же нужна. Ну, и характер, и характер, да, конечно. Мы думали, давайте мы пострижем челочку. Вроде челочка как-то молодит. Нет, это наша дорогая Лена Горшенина сказала, ничего, никаких челочек, я все сделаю, не переживайте, я вам молодость все сделаю. То есть, и вот как-то получилось у нас это или нет, конечно, это уже зрители оценивают, но... Вот я же говорю, молодости, что, легкомысленность немножко, да, такая легкость какая-то, постоянно веселье, скажем, но вот как-то этим мы пытались пользоваться такими моментами и дать молодость, скажем.
Вот. Но нужно же было вспомнить, как это. Вспоминала, да, 10 лет назад, как же все это было, студенческие годы. То есть вот работа актера, опять же, да, погружение в роль, то есть нужно было как-то за студентами что-либо там подбирать. Причем, понимаете, ведь в театре, да, вот твоя она роль идет по нарастающей, да, скажем, а здесь снимали 10 лет назад, через сцену снимаем молодость, возрастную, то есть вот это постоянно меняется, и приходилось переключаться. А вот переключать в голове, это не очень сложно? Ну, для меня это было впервые. Тут поэтому на 20 лет туда-сюда попрыгать. Надо было переключаться, да, то есть там менялось, то есть мы играли наоборот, то есть событие уже произошло, а мы играем, что вот оно еще не произошло, вот это вот приходилось. Это интересно, на самом деле, это какой-то, знаете, как пластилин актерский, и так себя пробуешь. В принципе, это, мне кажется, интересно довольно-таки. Ну, вот. Мы, как и многие в нашей стране, знаем вашего сына очень хорошо, и сейчас мы даже покажем, почему мы его знаем. Давайте посмотрим. Тугай, Туган, и Туган, Тель, и Матутель, Эткен, Энтеле, я так на себя, Син Туган, Алква, Энеле. Обошел этот ролик интернет в свое время. Не знаете, сколько просмотров сейчас? Ну вот в данный момент, не знаю, но было когда-то вот и, по-моему, 8 тысяч и более. Но на самом деле это разлетелось, как вот пирожки. Вот я смотрю, все равно наблюдаешь, да, в соцсетях, набираешь там Арслан Сибгатуллин, и там в каждом сообществе. О, вообще вот это какое-то явление было. Он существовал просто помимо меня. Вот я его запустила, и все. Вот он, как Арслан Сибгатуллин, личность какая-то вот сам по себе гулял уже в пространстве интернета. Да и не только. Мы вот прогуливались как-то по Казанскому Кремлю, и: «О, Арслан, можно с тобой сфотографироваться?» Не мама, а актриса там, да? А мама тут как бы... Да, мама, да, приложение, а потом вот... Ну, в общем, и как все это было, это началось все так интересно. То есть просто мы участвовали в конкурсе «Салятли Белякеш». Ну что, это год Тукая, да, 130-летие. Почему бы не выучить, начать разговаривать именно с этих стихов? Ведь на самом деле он только-только начинал говорить. Вот три только исполнилось. Ну, выучили. Хорошая задача была сразу ребенку поставить. Да. Ну, нет, мы на самом деле недолго учили. Многие спрашивают, откуда вот этот жест. И, да, вот этот, мы пошли, прогулялись. Я говорю, пойдем покажу памятник великому Абдулла Тукая, да, посмотрели. И он, когда увидел, это же, говорит, о, это великий Тукай. И вот это жест, я думаю, вот как надо рассказывать. Вот она режиссура. Вот, и многие спрашивают, так ты, наверное, вот на сыне себе пробуешь. Я говорю, ну, видимо, да. И как-то мы были на сессии, я никогда на сессию без детей не езжу, так как я всегда во время сессии кормящая мама. Вот, ездили, ну, тогда я уже, конечно, не кормила, но пользуясь как-то вот моментом, когда я в Москве, я пытаюсь вот, чтобы они по театрам походили, дети, да, посмотрели, мы с ними всегда вот в интересные места посещаем, вот даже ту же Красную площадь, это у нас традиция там сходить, отметиться, когда мы в Москве. И в один прекрасный день мы прогуливались, я говорю, давай-ка, вот уже садилась зарядка на телефоне, давай снимем, говорю, вот этот стих здесь, именно здесь. И вообще просто без задней мысли в интернет мы его выпустили, и все, пошли предложения интересные выступить на том, на этом концерте. И мне кажется, большая честь, большое спасибо, что нас пригласили. Вот у театра опер-балета мы выступали, то есть первый раз он прочел этот стих там, затем уже вот на Сабантуе мероприятие он встречал больших гостей. Ну, было очень волнительно и очень приятно. Я, в общем, как бы вот говорят, там многие не хвалят своих детей, а я вот хочу, потому что я ее очень люблю и горжусь. Какое видео далее будет? Видео далее? Ну, вот... я думаю, вы наверняка об этом уже поразмысливали. Ну, вы знаете, хотим попробовать. Я понимаю, что в «Созвездии», конечно, с 5 лет младшая группа начинается. Нам пока еще 3, да, вот скоро исполнится 4 года. Хотим попробовать, уже мы готовим песню. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это не то, но «Священная война». Вставай, вот страна. Масштабно начинается. Как-то вот так. Ну, ему нравится, он поет с удовольствием. И, похоже, театральное актерское будущее это уже заждалось. Вы знаете, наверное,
Я, конечно, понимаю, что каждый человек выбирает сам свой путь, но я бы не хотела. О, традиционный вопрос сейчас пойдет. А почему? Не надо. Зачастую вот актерские семьи не хотят, чтобы их дети шли по их стопам. Ну, единицы говорят, ну, да пусть будет династия актерами, туда-сюда, все как надо. Ну, либо надо быть очень талантливым, либо надо быть, ну, я не знаю, вот, то есть единицы, вот, я, конечно, понимаю, что это, я сама наслаждаюсь своей профессией, это очень интересно, увлекательно. Даже взять хотя бы то, что эти гастроли, мы видим много стран, общаемся с интересными людьми. Ну, мне бы хотелось, чтобы у него был какой-то вот... А кем бы вы хотели, чтобы он стал? Кем бы стал? Доктором. Доктором. Я ему стараюсь покупать вот, медицинский набор, чтобы вот как-то вот... Ну, пока ему вот эта сцена все интересно. Пока подозреваю, он играет, первая доктор. Роль будет доктора. И знаете, даже вот мы когда был этот концерт, первое его выступление, значит, остается один номер уже до выхода. Я волнуюсь невозможно, потому что большие гости, площадь заполнена людьми. И тут он начинает плакать. Я говорю, что случилось? Там прямой эфир, ТНВ, все снимают. Я говорю, что случилось? Ну, почему она так долго поет? Я хочу уже выйти. Я говорю, слава богу, все правильно, значит, сейчас выйдет и все расскажет, как надо. В общем, вот, ну, пока ему все это очень рвется нравится. Прям, получается, рвется, да, да. Слава богу. Похоже, пока... будет у вас все-таки вы знаете, понимаете, это не мешает. Ну, кому мешает ораторское искусство? Вот, и что докторам касается... тоже не мешает, кстати. Да, да, будет читать лекции. Да, ну, вот, что касается ораторского искусства, хотелось бы немного рассказать. Будучи, пока я училась в Москве, познакомилась с интересными людьми, и здесь, приехав в Казань, я открыла студию вокала и актерского мастерства для взрослых. Вот что касается ораторского искусства, когда я училась в Москве, я познакомилась с интересными людьми, и вообще в Москве это очень практикуется. Есть такие студии вокала и актерского мастерства, угу. Именно для людей, которые вообще не владеют этим мастерством, но очень хотят. Но я подумала, почему бы и в Казани такую не открыть. Угу. Вот мы открыли такую школу в Казани, к нам приходили и взрослые, и дети. Многие, например, на каких-то мероприятиях хотят исполнять песни, да, но не владеют этим поздравлением, да, и мы занимаемся этим. Даже приходили люди, там, депутаты, которым приходилось читать, да, точнее, вот себя преподносить нужно. Мы этим тоже занимались. Ораторское искусство в тренде становится. Да, это очень модно. А представьте, так споет с трибуны депутат. Вас многие знают исключительно как певицу. Многие, для многих бывает сюрприз. Вы еще и актриса. Вы еще и преподаете. Да, и поете вы всегда сами. И на сцене, и в театре, и в кино. Спойте нам в вечерней игре. Ой, так неожиданно. Ну, неужели вы не ожидали? Правда, нет. Потому что я как-то, если честно, себя вокалисткой... Как-то, да, я пою, конечно, но вокалисткой себя... Это надо уметь. Профессионалом. Ну, хотите, мы отвернемся. Нет, в глаза. Что же исполнить? Небольшой фрагмент. Можно на татарском языке? Давай. Отлично. Терезеден кори сыңылай, Карап кімні танисың, Карап көзін тадырған іші, Хәлил бәрім жаны кесегім, Нек шақырып алмайсың. Отлично. Это, спасибо, песня из спектакля «Галя Бану». Известная песня. Когда-то я ее играла. Немножечко спою. Так. Реклама на нашем канале. Это вы меня изображаете. Давно и добро пожаловать к нам в программу «Вечерняя игра». Ну, играем мы сегодня так. А зато вы у нас на сцене сегодня играете очень активно, и вот хочется нам еще немножко вашего творчества увидеть, так что... Еще танец, трогать. Пожалуйста. Танец сейчас. Песни. Итак. Нет, шутим. Агентам западной разведки. Просто наверху об этом не знают. Вот скоро все раскроется, и нас обязательно выпустят. Мухлисаханом, вы слышите? Я еще никого не видела, чтобы кто-то вырвался отсюда. Вот именно.
Я же говорю, вся надежда на товарища Сталина. Вся надежда на Всевышнего, доченька, и нет никого могущественнее. Об этом мы должны помнить. В вашей школе мы учили французский язык. И поэтому меня здесь держат. Говорят, знаешь язык, значит, общаешься с иностранцами. Ну, это же... Вот пока смотрели этот отрывок, такой вопрос возник. А на каком языке проще играть? На русском или на татарском? Или на французском? Петь, говорят, проще на татарском. Он более... больше гласных. Мелодичный, да, скажем? Ну, вот, вы знаете... Даже вот сюда, когда я к вам собиралась, когда на татарском языке передача, думаешь, как же вот правильно сказать на татарском языке. Собираешься сюда, понимаешь, на русском языке вроде, да? Нет, и тоже всегда волнительно. Мне как-то, если честно, ну, на двух языках просто, да? Ну, мне не сложно на самом деле, потому что я выросла в русскоязычной среде, хотя татарская семья, но русская школа, русские друзья, да, и поэтому я больше все-таки мыслю на русском языке, к своему сожалению, на самом деле. Вот, и поэтому для меня, ну вот, например, мы играли, да, этот отрывок, это отрывок из спектакля «Утерянное завещание», это прошло буквально вот на днях, мы вернулись из Москвы, мы играли в паре «Здание по Нуруллина». Ей, например, было сложность именно на русском языке играть. Вот она об этом переживала. Для меня, например, в этом как-то я сложности не видела. Режиссер этого спектакля Ильдар Карим, сценарий написал Ильгиз Зайниев. Это мероприятие, театрализованное представление, посвященное пророку Мухаммаду. Сценарий написал Ильгиз Зайниев. На самом деле это проходило мероприятие в Крокус-Сити с известными актерами, такими как Марат Башаров, Шамиль Хаматов. Приехало много театров из других городов, Ингушетия, Дагестан, да, из других республик, в общем, мы вот так вот все это склеили, такое вот интересное мероприятие, 9 тысяч зрителей, зал переполнен, и очень такое хорошее мероприятие, которое мы планируем Алаберса уже и в Казань привезти, и уже гастролировать по другим городам. Хотелось бы сказать о своем супруге. Многие удивляются, как он тебя отпустил в Москву. Ведь мы сейчас, кстати, ваши свадебные фотографии показываем, да, нашим телезрителям. Я очень люблю, очень дорожу своим супругом. На самом деле, я вот благодарна судьбе. Это вот мы в нашем театре. Здесь Шамиль Зинорович, наша труппа. Вот этот прием организовал Шамиль Зинорович. Светлая ему память, потому что... Слушай, даже в этот день вы отправились в родной театр. Конечно, да. Я это была... вот вы с первенцем. Да, это наш первенец. Нет, это второй. Это Оскарчик, я уже даже запуталась. Мы вас проверяли. Это мои ребята, малыши, да. Ой. Малышки. В общем, и супруг, да, он немного, он любит театр, но он говорит все-таки, что я хочу ходить с тобой на твои, на представления, и не на тебя смотреть, а на спектакль смотреть, да. Есть у него, конечно, немного такое, не то чтобы, ну, он меня... Не то чтобы ревнует, но вот он не любит, что я в театре. Это, конечно, так, есть у нас. То есть он не из творческой профессии, получается? Вообще нет. Он занимается, он инженер, да. Вот его стихия, вот эта химия, вот все вот это творить, налаживать, руководить, технарь, да. Он руководитель. Но в то же время он играет на гитаре, он поет песни, он сочиняет песни. И даже вот когда... Есть. Есть, конечно. И поэтому он меня поддерживает. Когда вот мы писали песни к этому фильму, я приносила записи со студии. Он говорит, вот здесь немножечко исправь, вот здесь подправь. То есть он всегда параллельно с моей творческой работой, он всегда подсказывает, поможет. Даже вот удивляется, а как же в Москву он тебя отправил, отпустил? А он наоборот, он сказал... Да, учись, развивайся, если тебе это надо, тебе необходимо. То есть он меня всегда в этом поддерживает. Правда, я за это ему очень благодарна. А как познакомились? Тоже в театре? Нет, не в театре. На самом деле мы познакомились. Летний лагерь был такой, да. Мы с одних краев, с Алексеевского района. Был детский лагерь, мы отдыхали. Вот как-то там мы познакомились. Детьми отдыхали? Да. То есть мне было 9 лет, ему 12. Вот мы познакомились. Там даже была такая раньше популярная телевизионная игра, была «Любовь с первого взгляда». Да-да-да. И вы участвовали. Мы выиграли. Мало того, что мы выиграли. И, конечно, мы все разъехались все по домам. Ну что это же лагерь, да, летний отдых. И как-то вот, и оказывается, в то время он мне даже написал песню, посвященную мне. Сейчас мы эти бумажечки, они у нас так хранятся в архиве. Вот той рукой еще, вот ребенком он написал песню под гитару, он ее исполнял.
И вот прошло 10 лет, получается, да, мы студенческие годы уже, и вот мы в Казани вновь встретились, там я уже заканчивала институт, он закончил, и как-то вот мы встретились вновь и решили больше не расставаться. Ну так как-то, это как, опять в лагере, что ли? Нет, я не знаю. Или вы поддерживали все-таки, получается? Нет, связь мы не поддерживали, ну, видимо, в соцсети как-то помогают друг другу. Вот он, да. А раньше это называлось судьба. Судьба, да. И вот как-то мы так... Он мне позвонил, нашел, видимо, мой номер телефона. Я еду домой, в наши края. Может быть, тебя подвезти к родителям? Поехали? Я говорю, поехали. И вот больше мы не расставались. На самом деле, это, наверное, тоже как-то... Это судьба, все равно это судьба. Да. А какая вы дома? Дома? Вот иногда Арслан мне говорит, мама, как-то тихо. Включи что-то. Потому что у нас дома всегда играет музыка. Всегда. Вот есть такие каналы музыкальные, uh-huh, да, uh-huh. И не только Европа Плюс, как говорится, не только мы зарубежную музыку. Мы очень часто слушаем симфонические оркестры, включаю, да, я включаю различных классиков наших известных, да, таких сейчас приложений очень много. То есть у нас всегда дома музыка, музыка. Мы все в игровой форме как-то с детьми. И на самом деле с детьми надо заниматься. То есть они сами по себе не растут. Вот многие спрашивают, как у вас такой Арслан? Он рано начал говорить, ну, надо заниматься. Надо на самом деле читать много книг. Даже вот у Лукоморья дуб зеленый. Мы с ним как? Я его не заставляла его учить. Мы просто на ночь читали. И в один прекрасный день он мне его весь рассказал. Вот как-то так. Это было ему 2 года на тот момент. Ну, вообще как? Люблю... Быть на кухне тоже, конечно, готовить, встречать супруга. Вот для него, например, почему он, наверное, театр не так меня в театре любит. Театр-то он любит. Мне важно, говорит, чтобы у меня горел свет в окне, когда я домой возвращаюсь. И ужин был не в микроволновой печи, а на столе горячий. Вот ну, семейный очаг, в общем. Все-таки все это все банально вроде, да? Но все-таки мужчинам это важно. В общем, вот. И я как-то встречаюсь с улыбкой, встретить себя. Вы строгая мама. Строгая мама, но всегда все в меру стараюсь все-таки, потому что во всех шалостях детей, не то что даже шалостях, мы виноваты, родители. Надо всегда уметь в себе увидеть ошибку. Если что-то он не так делает, значит, мы виноваты, мы не доглядели. Надо выдохнуть, досчитать там до 10, и потом только на ребенка нельзя срываться. Я если вот, например, мы расстаемся, да, на час, я даже вот сейчас уехала, и думаешь, почему я вот сейчас его наругала, почему я накричала. Нельзя, надо вот всегда остывать. С детьми надо ласково, это наши же дети, как можно на них кричать. Поэтому, ну и стараюсь все-таки с ними заниматься, только тогда получится что-то. Снова время пролетело незаметно. Песню я начал сочинять тут. Да, спасибо большое, что пришли к нам в программу. Классно поиграли. Отлично пообщались, на самом деле. Это самое главное. Спасибо вам. Было очень приятно с вами увидеться. Ну и нашим телезрителям, конечно, мы тоже пожелаем всего самого доброго. Выдыхайте иногда, считайте до 10, да, и делайте правильные поступки. Пока-пока. Пока-пока.